Black Desert — это онлайн-RPG с самой красивой графикой на сегодняшний день. Это огромный бесшовный мир, который с недавних пор стал еще больше, с новой локацией Камасильве. Это игра, в которой можно создавать действительно уникальных героев в обширном редакторе, который совсем недавно пополнился новым персонажем Фурией. В Black Desert ты сам решаешь, чем тебе заняться. Завести ферму, открыть мастерскую, нанимать рабочих и развивать свою корпорацию, или стать странствующим воином, сражаться в масштабных PvP-сражениях, построить свой собственный корабль, стать морским волком и исследовать мир. Игра полностью переведена на русский язык и озвучена профессионалами. А самое главное, Black Desert абсолютно бесплатно. Просто переходи по ссылке и пробуй свои силы. Может быть, это именно то, что ты искал. В 1945 году мой прапрадед служил в армии и гадал, вернется ли он домой к жене. Его желание сбылось, когда США завершили Вторую мировую войну, сбросив на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Аплодисменты героям, аплодисменты стоя. Мир замер в ожидании ядерного апокалипсиса. Но случилось чудо. У Советского Союза тоже появилась ядерная бабахалка. И сбрасывать бомбы куда попало стало слишком очково. Да, Бена Африка тут, сука, с моим талантом не смострячешь. Нос орлиный, член дубиной, давай побольше. Отметины. Божья кара, блядь. Они все уроды, я ничего не могу с этим сделать. Нет у меня таланта создавать персонажей. Знаешь, чувак, ты очень странный социолог. Ты, наверное, обкурился, потому что ты говоришь о том, что страна катится ко всем чертям с такой радостью на лице. Ты чё, блядь, коммунист? Эта страна катится ко всем хренам. Подпишите петицию, чтобы она прекратила это делать. У нас появились новые подтверждения, сведения. Повторяю, подтвержденные сведения о ядерных взрывах в Нью-Йорке и Пенсильвании. Ура, товарищи! Goodbye, Америка. Америка, о, где не был никогда. Так, а где блондинка? Где блондинка? А, ты здесь. По-моему, сейчас кто-то шептуна поддал. Надеюсь, нам дадут каюту с джакузи. Ты смотри, она опять это сделала. Ты чё, блин? Иди хотя бы сзади, если у тебя, блядь, метеоризм. Что происходит? Кроты ебаные на мою собаку напали. Ты чё, сука? Назад, блядь, не трогать Бобика. Знаете, что удивительно? То, что в Америке остановка пережила конец света. У нас стеклянная остановка в городе не может пережить выходные. Выстиранное красное платье. Даже не знаю. Не, ну а чё? Я считаю, что к моей красной бандане это очень подходит. Вам так не кажется? Приятно помочь? Ой, ёб твою мать. Что это у меня на голове? Вот это силовая броня, я понимаю. Не то, что раньше. Что-нибудь одно оденешь. О, интерфейс шлема. Сколько смерти. Собака, отойди от него нахрен. Чем помочь? Стимулятор собака, сволочь ты. Да, только моя собака чуть не погибла. За это кому-то придется сейчас заплатить своей черной задницей, которая ни хрена не могла прикрыть нас из своей гауссовской винтовки, черт бы тебя набрал. Да, давай застрянем в машине, твою мать, блять, постоим на месте. Ты чё, охренел, что ли? Господи, это хоть сдохло? Мясо раскрутило. Да, блять, я думал, это моя псина ебаная. Страшный дамаг наносит моя винтовка. Есть тут такая атмосфера сталкача, конечно, тут не хватает только аномалий и артефактов. И вместо автомобилей зилые вазики расставить. Почему текстуры такие здесь убогие? Просто пипец вообще. Ага, здесь можно только спрыгнуть. Блять! Ёб твою мать, я ёбнулся сквозь текстуры. Ну охереть можно просто. Непривычно сразу стало, я сразу теряю... Опа. А чё случилось? Это кто такие вообще? Пацаны, вы чё? Нихера себе, блять, даже здрасте сказать не дали. Сразу... А из чего это они так шмальнули? Ох ты ёбаный, как я вовремя, как я вовремя. Да ладно, чувак, забей. Ну тебя нахуй. Да ну нахуй, бежим отсюда в жопу. Модная щетка для волос. Тут я смотрю, гуль такой причесанный выскочил, блядь. Бой с Рад Скорпионом не входит в мои планы. А, сука, блядь, как ты вовремя вылез, а? Быки, коровы, блядь, деритесь за свою жизнь. Суки, блядь, тупорылые. А нахуй надо было?
Ёб твою мать, они еще и заминировались. Может, его помочь чем надо, эй? Этот персонаж сейчас занят, да, блядь, умирает нахрен. Блядь, где твои губы? Вот что надо спросить, что у него с лицом? Он до последнего орал, чтобы ему передавали за проезд. Сейчас он мне как даст леща, походу. Смотри, как его обнесло. Стал сразу как терминатор, блядь. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Сука, нахуй этого полез? По-моему, я снаряды получаю. Я охеренно получаю снаряды. Ёб твою мать, блядь! Ну такое тут место пиздатое просто. Просто охуенно здесь, блядь. Не убежать, не спрятаться, нихуя. И паладин стоит, блядь. Сука, пройти не дает, опёздашь. Нет, 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 ублюдок, сука, ёбаные взломы, да что за нахуй стало-то с ними, блядь? Блядь, раньше всю игру проходил, хоть один бы хуй чё заблокировался, чё за хуйня, они правила поменяли какие-то, что? Теперь, наверное, любые буквы, блядь, совпадают, не только в том месте. Сходство 0, заебись. Опять сходство 0, охуенно, уже пол алфавита отвалилось, блядь, давай, вот это говно, снова сходство 0, ёб твою мать. О боже. Прощай, Рекс. Я не забуду тебя. Я, кстати, апгрейднул, блядь, его ствол. Блядь, ёбаный ты апгрейднул. Сука, со всех сторон пидорасы окружили. Так, ну вот я уже где-то недалеко. То место я не король атмосферы. Блядь. Аллах с нами, бежим. Сука, нахуй надо. Я ебу. Мост имени 45-го года. Бля, кто это? У меня есть ключ от сейфа, но я не знаю, где этот сейф. Блять, как пиздато тут гранаты работают у них, я ебу. Молодцы, что они, блядь, каждому по гранате дали, но это уже заебало, блядь. Противник, атакующий вас в дальнем бою, получает шанс погибнуть от собственного выстрела. Блять, это гениально. Да. Без комментариев. О, нихера себе. Вот ну да. Блять, ну ёбаные гранаты, как они заебли, господи, это пиздец вообще, блять. Ебанутые нахуй разработчики, всем по гранате, блять. Ебать, перезарядка, да, блять. Да оружие просто я ебу. Им сам Иисус, наверное, нахуй отстреливался, когда его, блять, в окружение взяли. Охуенно, блять. Ёбаный в рот! О, да как это заебло-то уже, господи! Умри нахуй. Это что за камикадзе был? Он ядерный заряд активировал и собирался, видимо, в меня метнуть? Или подбежать и забрать меня с собой? Супермутант-исламист. Супермутант-игиловец. Нифига петелька ему втащила. Терминал возвращения книг. Ёбаный в рот, блять. Он мне просто в лобешник кинул коктейль Молотова, и я сдох. Ну как так-то, блять? Ёб твою мать. Я даже ширнуться не успел. Они столько бутылок бросают в собаку, в бедную, что пиздец просто. Сука, разбегайся, пацаны. Я дурак, у меня справка есть. Да ёбаный в рот. Ну почему они так, блять, они бросили гранату намного раньше. Пиздец, просто, блядь, они нахуй даже... Они такое ощущение, что ждут меня, когда я приду, блядь, и я грибу. Сука, ох, нихуя себе. Как меня переколбасило, это что это там прилетело, интересно такое. Кстати, обратите внимание, какие здоровые яйца сейчас вот у зеленой собаки, вон, смотрите. Волосатые здоровые яйца, а вон она на них сидит. А я его петелькой зову. Какая ему разница? О боже. Ёб твою мать, пидораска, ты-то откуда вылезла, сука, ну так я классно все спланил, блядь. Да пошла ты нахуй, петелька, блядь, ебланутая, сука, создание, блядь. Тупая ты тварь, блядь. Пиздец, эта собака нужна, чтобы игры, чтобы мешать, блядь, они ее создали в этой игре, чтобы она мешалась, блядь. Нихуя полезного не делала, кроме как, блядь, таскала ваш ебучий автомат, блядь, на своем ебаном горбу и мешалась вас, блядь, чтобы вы дохли, сука, из-за нее. Да все, все, блять, отмена, нахуй, ёб твою хуль ты завис-то, ебанат, блять. Натрия, ёб твою мать. Блять, я ебал твой рот, ну ты и ублюдок. Ёб твою мать. Пизд.
Пиздец, блять, господи, ёб твою мать. Посмотрите на рыло вот этого человечка в правом верхнем углу. Мне кажется, он излучает счастье. Бля, ты чё такой любопытный, чувак? Он походу сам ищет, чё въебать ему по вене, блин, судя по его лицу. Думаю, вдруг мы ищем одно и то же. Ай, мой брат, у меня пропал син. О, пропажа сина — горе для каждого индуса. Если вчера у тебя было 10 син, сегодня уже 9 син. А что завтра? У тебя будет 8 син. Никуда не годится. Ёбаный в рот. А, блядь! На нахуй, ёптать, отличный бой. Так, как минуту поставить? У меня тут мин до хера. Собака, отойди, если, блядь, на тебя задетонирует, я тебя сам, сука, убью. Давай, петушок. Ну чё, мин-то где? Мне кажется, я его как-то по-гейски убиваю немножко. 0,80 опыта за него всего дали. Дерьмо какое. Ебать! Сука, и зачем так делать-то? А если кто посрать пойдет и забудет, что тут такая борода у вас? Ах, вот ты где, блядь. Блять, очередями не попасть. Ебать тебя в руки, ёб твою мать. Да ебись ты конем. Сзади такая беспалевная реклама Амбро, что просто охренеть. Ой, блять, ты такой энергичный. Сейчас посмотрим, синт он или нет. О, кровь идет, вроде нет. Мир вам, жители Багдада. Мэр встал за добавкой, походу. Ладно, ладно, шучу. Я больше не буду, простите меня. Описать Шона, блять, там маленький ребенок, они все одинаковые, что там описывать? Или мы с женой были белыми, а ребенок у нас был негр. Жена говорит из-за того, что она пила много шоколадного молока перед родами. Описать Шона, ну маленький такой черненький, блять, в кульке завернут, ёпта, как все дети на одно лицо. Нет, я, конечно, человек добропорядочный. Но, блять, интересно, что ж там есть у них? Да тебе-то чё надо, ёбаный мусорное ведро, сука, говнище. Понятно, а как же тогда здесь воровать-то? Да ёб твою мать, ты можешь на месте-то постоять. Сигнал Trinity Tower, нифига. О, здорово. Не знал, что умеешь телепортироваться, смотри. Как мало мы до сих пор друг о друге знаем. Чё так долго едет-то, мы куда, в ад спускаемся, что ли? Ах ты, ёб твою мать, еще и загрузка в нагрузку. Да заебись вообще, классный лифт. Ах ты ёбаный, ты, блядь, ослоголовый ты ублюдок. Нюхник, блядь, ёб твою мать. Олень дал мне пизды, отлично. Да как? Да, блядь, это пиздец какой-то, сука, настоящий. Что за херня, блядь? Мне чё, сука, пора в броне ходить, не вылезай из неё. Красиво жить не запретишь. Помереть тоже. Да ну нахер! Отлично, блядь. Заебала, блядь, уже эта херня меня. Ёб твою мать, как она заебала. Давай, сука, отведай штык ножа, сучий, блядь. Сука, зеленый бобер, красная тревога. А-та-та, что, сука, добегался? Нет, он еще жив? Не суетись, петеля, я слышу. Что ты тявкаешь? Дружок потерял след, да я пройду. О, боже ты мой. Причем мне сейчас собаку даже свою... О, она дала мне место, нет. Мне даже команду ее сейчас не отдать. Ебаный в рот. Ой, как классная игра сделана. Ой, блядь, мое почтение авторам. Ёб твою мать, это ж просто охуеть. Собака встала вправо. О, неужели ты съебалась оттуда? Пусти меня нахуй, наконец-то. Такая игра, типа, вся продуманная. Крафт, тут все дела, а собаку не переименовать ни хрена отсюда. Мама, блядь. О, вот эта тачка, ёпта. Пикапер 4000, наверное, называлась. Еще и сзади одно колесо, спереди два. О, а я думал, наши делать тачки не умеют. Это что еще за нахуй приказы супермутанта? Убить, ограбить, вернуться. Ебать. Бля, да, действительно, стоило записать, то забудут. Охуеть, это что за гуль такой? Нихера он меня отъебашил. Ликвидатор, блядь, аварии на ЧС. Легендарный гнус? Что значит мутировал, блядь? В кого мутировал-то? Ёб твою мать. Я тебе, блядь... А, ебись ты провались! Ну ты посмотри, что он сделал. Здесь опять синты. Да, блядь, отличные выстрелы. Ёб твою, как в упор-то можно промахиваться? Ну давайте попробуем уже спутника поменять хоть раз.
Увидимся, песик. Не скучай, если что, я избавлюсь от этой суки в ближайшем же болоте. Он не сдох, что ли? Ну все, теперь спутник будет пиздеть под руку всю дорогу, ёб твою мать. Надо собаку вернуть нахер срочно. Она, как и тот синт, умеет взламывать. Ёб твою мать! Дорогая, наше путешествие закончено. И крышки из меня высыпались. О, ну давай. Нокаут, базара нет, блядь. Ну пиздец, смотрите, сходство 0, сходство 0, сходство 1. Ёбаный, блядь, взлом, пиздец. Сходство 0, сходство 0, сходство... Ёб твой, блядь, я ебал эти компьютеры, какое говно, блядь. Блядь, что мне с ебалом? А, зависимость, блядь. Анекдот. А, ну все, анекдота не будет, ура, загрузились. Ну, крит. Да-да-да, мощный крит вообще убил, убил, убийца, блядь. А что случилось-то, я что-то не понял, нихуя. Рок-н-ролл, как скажешь. Знаете, блядь, да как, ёбаный в рот, они это делают? Окей, ковбой, ты выиграл. Это дуэль за тобой, амиго. О, это что еще за капитан, бля, Флинт? Хуя такой Джек Воробей, блядь. Запивала. Ёпта, это же РПГ. Костюм Грогнака, он же топлес. Он одни трусы. Ну что за наебалово? Да, это все для... Не обращайте внимания, она ёбнутая с детства. Контрольный, блядь. Кендра. Кендра. Бля. А чё Кейт-то не понравился? Смотрите, классические выстрелы в упор мимо, блядь. О, легендарный, ёб твою мать. Кейт там, блядь, встала в безопасное место за решетку и стоит выебывается их. Типа, иди сюда, ублюдок, давай, попробуй достань меня, мразь. Это он где? Да ёб твою мать, откуда ты взялся-то, пидорасина? Быстрого спуска не будет, походу, да? Хотя там внизу, по-моему, вода плескалась, нет? Но чтобы проверить, придется прыгнуть, что-то... Них-них! Лучше бы я туда пизданулся. Да, по-моему, это точно вода. А что это еще может быть такое зеленое? Блять, да, это вода, но поскольку я вошел в нее солдатиком, видимо, позвоночник все-таки высыпался в трусы. Давай, в воду. Да ёб твою мать. Блять, в контре 1.6, и то при падении в воду не разбивались. Или там что, воды под яйца, что ли? Там, походу, Пикман. Как он выпрыгнул-то оттуда, блять! Да ёб твою мать! Бам-бам-бам! Предупредительный воздух, сука. Что-то... Авада Кедавра, блять. О! Блять, блять! Ну, почему я не могу отойти назад? Как вы думаете? Конечно, потому что тут, блядь, Кэти. Блядь, это легендарный, ёб твою мать. Да что ж за хуйня-то такая? Бля, лихо мы его законопатили, слышите? О, интересно. То есть этот монумент изнутри полый, что ли? Снайперская позиция. Господи. Блядь, сколько тут ступенек. На пирамиду Хеопса можно быстрее подняться, мне кажется. А, я знал, что здесь что-то такое будет. Патроны можно взять, а вот за пачку сигарет подымутся и убьют нахуй здесь. О, богомола наручник. 15 тысяч крышек! Ты чё, еврей, охренел? Утешить в образе плаща. Шраунд. О, я угай. Балу, не провоцируй, блядь. Этот медведь хочет напасть на нас! Блять, ёбаный в рот. Чё это такое? Я стреляю ножа, я стреляю ножом. Видели, вот это баг. Чё это? Блять, ракурс. Опять оружие нихуя не... Собачка не видит, смотри. О, блять, он еще и с миниганом. Попробуй прострели эту трюхлявую дверь, утырок.
О, вот это я шмальнул в бутылку молотого, которую он метнул. Врубайтесь, да? И он загорелся. Но это хули, это скилл, пацаны. Это... Чё, ну чё пиздеть, да? Ну мастер. Мастер играет, мастер все в деле. Блять, только не граната, ебать. Алкогольная зависимость. Пойдет, ничего страшного. О, синяки. Чё это у него? Глюконафт. Двойные деньги. Он что-то у него покупал, смотрите. Отлично, отлично. Нет. Чуть жопу не оторвало. Нет, Кейт, ты знаешь что? Ты вставай, бля. В пилотку ей укольчик. Ей мясной туда укол надо делать. Блять, баба так, короче, не помогла. Пиздец. Лечи ее, блядь, не лечи. Похуёно. Бесполезное, блядь, тупое создание. А вот и мой дружище. На, сучка драная. Куда ты, блядь, отступаешь? Ебашься с ними до последнего. Чё, тут ничего интересного, в общем-то, нету, блядь. Чё он тут охранял-то? Утырок, сука, сраный. Наручи супермутанта, что ли, охранял? Где пупсик-то? Ни пупса, ни журнала, ничего нету. Как так-то? Чё, такое бывает, что ли? Я сюда час, блядь, добирался. Пытался залезть. Нихера тут нету в итоге. Отлично, блядь. Зато, типа, локацию зачистил. Охуенно вообще. Ебать, вот это кидалово, бля. Да, в комара из ружья хоть попадешь, я с тобой согласен, чувак. Ёб твою маму. Да где ж дробовик-то? Назад, суки рваные, блядь. Комары засосали меня до смерти. Чё за звук? О! У него что там, джавелирн, что ли, на вооружении? Ты охерел? Ой, блядь. Да ну нахуй, нихуя себе. Я даже ногу, сука, через порог не успел перекинуть, как меня отодрали. О, нифига, капли дождя, смотрите, на глазах появляются. Жесть вообще, вот это круто. Не круто только, что я вообще-то, блядь, под крышей стою. Наверное, потею изнутри просто сильно. Что-то не понял. А, с меня уже поотлетало все. Ёб твою мать. Все, походу. Броне настал пиздец. Больше в ней ходить смысла нету. Все оторвались с ним, что было. Даже один корпус остался. Что происходит? Кто кого побеждает-то хоть? Блять, классный выстрел вообще. Отлично, от бога. Мимо давай. Саша, стреляй. Блять, Киржаков бьет, сука. Сейчас надо, блять, пиздеть. Попал, да ладно. Ёб твою мать, это... Что у него в руках такое? Пиздец, сука. Еще написано, что это рейдер. Какой это рейдер? Это, блядь, вообще команда с какой-то, блядь, нихуя. Блять, ну почему у тебя, ёб твою мать? О, как ты заебала меня. Клептоманка ебучая, постоянно, блядь, перегруз. Зачищено. Хуищено, это кто, блядь? Got it. Отлично, бля, вот это большой куш сорвал, просто вообще. Смотрите, справа фанатик оружия, посмотрите на его лицо. Прям как я, когда первый раз голую девку увидел. Хоть просто дверь поставь, чтобы пришедшим людям было куда стучаться. Теперь нужна стена с окном. Это вам не Майнкрафт, тут, блядь, все серьезно. Потолка нет, но дверь должна быть. Флаг Америки, естественно, надо украсить дом. И кресло, чтобы на него сидеть и любоваться 2 часа. О, можно даже несколько поставить, чтобы друзей пригласить. Пойдем на флаг, посмотрим у меня дома. Ох ты, ебать мой хуй, а это что такое? А, бежим в пизду. Крутой магический посох. Ебать мой хуй, нет, пожалуйста, нет. Да ну вы заебали меня, господи. Чтоб помер, блядь, тот, кто здесь жил. Вот это, наверное, самое пока что самый толковый журнал. Кейт пошла посмотреть на мину поближе, блядь. Заебись. Плавать можно. Ёб твою мать! Так, сейчас, походу, будет пиздец, какая битва, нахуй. Я сейчас буду лежа с ними воевать. Сука, я не успел полечиться даже. А второй тоже? Тут король болотников или этот зам короля, блядь, наверное. А, принц, наверное. Сука, зам короля, блядь. Я застрял, нахуй, где-то. О, спасибо, блядь, подтолкнули. Заебал этот, блядь, своей броне осел. Он реально, нахуй, где-то застрял. Ебанат, блядь, натрия. Сука, жарили, сука. Отлично, ёптать. Как, блядь, даже под ядерной колой? Пиздец полный. Я, блядь, где вы, суки, нахуй? Иди сюда, блядь, мрази. Скончался? Хуяк? Чё спиздило-то, ёб твою мать, заебало ты так делать? Штурматрон? Получи с дробовика, мощь. Ёб твою мать. Блядь. Нихуя меня сдуло.
постскриптум, короли болотников, пидорасы. О, здоровье-то уходит при виде штурматрона само. Здоровье не ждет, даже когда он стрелять или бить меня начнет. Само уходит, блядь. Надо еще... Ой, ёпта, нихуя себе. Кейт пошла посмотреть поближе, что это, гранаты упали или что? Друга, вот это ошибка. Френдзонить бабу, это, блядь, как будить дракона. А это что такое? Да ну нахуй, рейдер в силовой броне. Бля, сколько я повидовал, объездил все края, но такой хуйни вообще не видел я. Где эта дура? Варвара. Сейчас, блядь, шашлыки жарить начну, сука, на запах придет, блядь. Да, мой главный герой похож на ебанько в этих очках. Да он и без них на ебанько похож, поэтому... Они просто харизму дают. Флирт пиздой накрылся. Меня не хватает. Не хватает ничего. Лучшие друзья. Да-да, лучшие друзья. И будешь ты дрочить, блядь, до старости. Лучший друг хуев. Не, ну это трындец, конечно. Это, бля, френдзона. Френдзона левел 80. Ёпта, я сталкер ее френдзоны просто. Сука. Да-да-да. Такой пафос, как будто ты серьезно, блядь, попасть в него собрался. Не смеши, ёб твою мать. Здорово, мигос. Сегодня я расскажу вам, как соблазнить женщина. Даже такую, которая не хочет соблазняться, такую, как Кейтс. Для начала нужно, естественно, одеться как настоящий мачо. Вот, дабы она сразу поняла, с кем она имеет дело. Во-вторых, надо пригласить ее домой и накрыть на стол. Сейчас самое подходящее время, чтобы кое-что обсудить, я согласен. Это что еще за бомжи тут шляются? Господи! Почему у нас нет дверей? Варвара, ты, блядь, знаешь, не знаешь, где молоток лежит или что? Ладно, пацаны, сегодня я покажу вам, как устроить тройняк. Мы просто давно уже должны это сделать. Я вообще считаю, что с этого мы должны были начать. Да, да, и когда я с тобой, мне тоже хочется рассказать тебе что угодно. Однажды я снял проститутку и подхватил от нее сифилис. Хочешь услышать об этом? Блять, да где этот флирт? Ёб твою мать, я уже все сделал, что надо-то? Слышь, ты дашь пилотку ковырнуть или что? Приобрели способность на адреналин. Нахрен мне адреналин, мне нужна способность вдуть. Ну что, ты дашь мне сходить в твой мир кожи и меха, промежная королева, или что, блядь? Я знаю, что с некоторыми можно только под дулом пистолета, видимо, ты из таких. Нет, она готова отстреливаться, хорошо. Пайпер, детка, убери свою шикарную задницу с прохода, господи, ёб твою мать же, а? Ебать, Фаниша, ты что ли, сука, ликвидатор, блядь, Чернобыльская АЭС, нихера с него прёт просто. Лайфхак. Пользуйтесь, блять, как я это сделал. Нашел еще одну пасхалку в этой игре. Отсылка к книге, вернее, к рассказу Роберта Говарда «Тварь на крыше». Легендарный раскорпион-охотник, вот что в этом. Валентайн сзади меня подпирает, я вижу, не дает мне пройти, или что это, блять? Это голова моя, блять, попала в ебучие текстуры, видимо, да? Конечно, блять, хули нет-то. Да-да, убивай меня, мне один хуй. И один хер тут застрял, мне что делать? Смотрите, опять. И опять, блядь. Ай, блядь. Нет, нет, нет. Хуй тебе, пидорас. Войти. Войти быстрее. Очень быстро войти. Пошел, блядь. Желокрылый летун. Отлично, блядь. На это смешно смотреть. Нахуй я их, блядь, вообще трогаю, пиздец. В них даже, блядь, не попасть. А, это вдутень. Вдутни, срите на когте смерти. Бейте его нахуй. Блядь. О, ёб твою мать. Эй, пидоры, ловите. Заебало это убеждение, блядь. Оно вообще никого не убеждает, нихуя говнище. Ну-ка, в пачку. Охуительно, блядь. Пиздец. Ёб твою мать. Да что ж тут все горбатое-то такое, а? Я понял, это, блядь, не светящееся море, это горбатая гора, бля, какая-то. Тут все горбатое, и одни пидорасы бегают какие-то, блядь. Человек, собаки, друг. Сука, а у Гуля нету рук. Он головой теперь пытается бодаться. Вот, блядь. Только неунывающий какой парень, наверное, был при жизни. Просто, блядь. Тамада, наверное, блядь. Какой-нибудь свадьба.
21 вес. Не может вот эта установка 21 весить, блядь. Они ёбнулись, что ли? У нас, блядь, солдаты охуели тогда их носить. Чё ещё ты-то? Тебе чё надо, ёб твою мать? Ещё этот пиздюк пришёл. Обратите внимание на лютую помощь, которую оказывает мне детектив Валентайн. Судя по всему, он хочет покинуть нашу команду, и чем раньше, тем лучше. И этот ебаный Валентайн, чё он нихуя не делает? Да выключи нахуй это говно, ёбаный в рот, ну что же, блядь, выстрелил уже, стоит все равно, мне полчаса показывает. Какой он, блядь, пафосный с этим ружьем, ты посмотри. Блядь, еще бы нахуй скриншоты попутно мне ебашил в папочку в какую-нибудь отдельную, вообще было бы классно. Ебалась по еблищу, отлично вообще. Ты че, ёбнулась? Испепелитель. Мне куда его класть-то, блядь, 27 веса? Я сейчас нахуй и помру тут, блядь, с грыжей. Давай правую руку отстрелим этому. Он ей сопли вытирает, давай левую отстрелим. Может, он левый сражается. Ты посори, блядь, а? Ах ты, пидорас, сука, напугал. Это, я так понимаю, местные профессора, блядь. Вот этот прям похож на мою химичку был сейчас. Хочешь, буду звать вас, ваше величество, Паладин? Блять, вот за это я ненавижу братство стали, это просто пипец, это как клан долг, сука, в этом в сталкере. Вроде все солидно, так чинно, благородно, но такие нудные, ёб твою мать. Поиска сохранения технологий. О, блять, какие вы нудные. Анклав, анклав. Замок ломается, как моя бывшая, еле-еле. Ломай его, сука, падлу. Чё? Ёбаный в рот! Это чё за хуйня? Пиздец, там был бесконечный лазерный пистолет. На тебе нахуй бесконечный лазерный пистолет. Упс, I did it again. Сука, что за говно-то, блядь? Странно, вроде у него было много защиты, но... Я ебал, какая там дальность взрыва-то, пиздец. У него что там, ядерная бомба в очке стоит, что ли? Блять, я застрял. Охуенно, я жопой на штырек присел немножко, блядь. Покайфовать, блядь. Сука, я ща бомбану, блядь. Я ща уничтожу, нахуй, все здесь, блядь, живое. Ты-то что не дерешься, ёпта, иди, он твой, блядь. Брат, нахуй, по тормозной жидкости. На нахуй Валентину по еблищу сразу сходу, блядь. Блядь, ну кто это делает-то? Ебись ты конем. Да что за хуйня-то такая? Ебать, он хуячит, слышите, что за... Да я твой рот, блядь, топтал, ну это пиздец полный, блядь. Сейчас все будет улажено, подождите. Давай, наворачивай. Рот твой топтал. Ух ты, тихо, разогнался. Сейчас, смотри, стену проломишь. Смотри, забрался. Пиздык ему под жопой высадили. Да, не любят они синтов. Ладно, ты здесь подожди. На своем воображаемом стуле, слушай. Тогда же Майкл Джексон не умел. Ой, да ладно, только не говорите, что у вас капитан черный. What's up, нига? Чё, кого? Ты не рыцарь. Мне чё тебе, блядь, перчатку в ебало бросить? Вызвать тебя на турнир? Слышь, Валентайн, это у меня дело есть, короче. Вот там за пивком сходи. О, я не понял, он чё, на вертолете полетит? Чё он делает? Я, блядь, глазам своим не верю. Ты смотри, чё делает. Блядь. Any sense? Shoot to kill. We don't take prisoners. Обязательно. Увижу синта, захуярю моментально. Вздремну, пока он тут пиздоболит. Как тут время перематывать? О, они собаку успели завести? Петелька? А что она тут делает? Вместо Валентина, что ли? Ёб твою мать. Нихуя себе он. Он от его проникновенной речи даже собака на задние лапы встала. Нихуя себе, я взбираюсь по карьерной лестнице. А, блядь. О, боже. Пошли нахуй. А Данс-то, сори, за меня ебашится.
Ебаш, Данс, ебаш. О, вывалился. А чё это? Блять! Сука, мудак, ты чё? Слушайте, как он всю жизнь прожил и со всеми зубами остался? Блять. Сейчас прищеми его дверями. Да, сука, умри, проклятый паладин. На, сука. Паладин! Это пиздец. Он меня просто затрахал своим вот этим, блядь, лучиком. Общеукрепляющая, утром ободряющая, боевая броня для левой ноги. Как-то залезть наверх и в люк спустись. Бля, я чуть со страху не помер. Думал, мундачи его не напали, ёб твою мать. Вот моя хибара. Это дача Тони Старка, но пока еще не доделана. Ёб же, что твою мать. Блять, что тут мне войти-то не дает, ебёнать? Сука, блять. Ёбаное крыльцо. Шатал я твои перекладины, ёб твою мать. Опа, хопа, подходим, подходим. Опа, пырнули ножом. Убегаем, нахуй, их там двое, в пизду. О, блять, ебать. Валёк? Так, дайте-ка я попробую тоже с высоты. О, блядь, ебать. Нормально, слушайте, похую вообще прыгнул. О, Валёк уже сам себя по частям собрал, походу. Отскрёб уже себя от земли после падения. Давай, сучка, посмотрим, кто кого. Джунгли зовут, мать его, травоядные против плотоядных. Да почему, где удар-то, блядь, ножом этим ебучим? Смотрите, а у меня ножом он почему-то не бьет. Опа, 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 блядь. Валёк! О, боже. На нахуй, я не знаю почему, что случилось с этим ёбнутым клинком Пикмана, я не знаю почему он, сука, им не машет этот, сука, дистрофичный, сука, выкидыш, блять, из убежища своего сраного, какой там, 111-го, им надо было не подземка назваться, а опущенцы, опущенцы, миньетмены, блять, задроты из института и братство стали, сука, что же выбрать, блять, кто меня подпирает сзади, сука, Валентайн, ты часом, блять, World of Tanks не играешь, а? Первую сотню я убил, блядь, голыми руками. Чтобы убить вторую, блядь, мне пришлось отломить от стула ножку и драться ей. Третью сотню дьякон убил своей залупой. Так полегли 300 синтанцев на входе в ваше убежище. Эй, Брюс Уиллис, чувак, ты охуенный, но мне надо выполнить квест, блядь, этого сраного синта, который нихуя мне его не дает. О, воспоминания копа. Из моего времени, ну да, есть такая. Ой, блядь, а помнишь, как Зенит, да Спартак, да, блядь, футбол, хуяк, хуяк, а Бакс, ты помнишь, как боксировал Тайсон? О, как боксировал Майк, ёпта. А помнишь, блядь, эти смартфоны были? А помнишь, интернет, заходишь, тёлки голые, все, смотришь там, дергаешь там свой болтик. Понятно же, главному герою просто не с кем об этом поговорить, а тут уникальная возможность, ободранный синт из того же времени. Ах ты ебись, ты конём, легендарный, легендарный, о, блядь, Ник, Ник, братан, прости меня. Нихуя себе, сказал я себе, это что было-то? Вадим зашел, Вадим, нихуя себе. Вадим зашел ко мне с балалайкой и бутылкой водки. Я твою мамку делал, блядь, ты в курсе? Ей понравилось, я завтра еще приду. Это что за говнище-то было-то, ёб твою мать, кто это стрелял? О-оу. Дверь, 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 дверь! Ой, блядь, здрасте. Простите, ошибочка вышла, закрываю, закрываю. С этой хуйней даже бабушку на улице не ограбить, наверное, она, блядь, скажет. Я, блядь, при фашистах, нахуй, страшнее пушки видела. За 500 лет до событий игры, блядь. Ковыряй ты, блядь, ногтями быстрее вскрыть. Вас поймали или не поймали, я чуть не понял. Ох, блядь. Нихуёво отоварили, блядь. Охрана Diamond City, а чё, охрану можно убивать? Хули ты делаешь, Ник Валентайн, ебать твой меня, бля, в рот. Ник Валентайн враждебен? Это чё за нахуй новости такие? А, при нем нельзя было убивать... Синт ебаный, ты чё, сука, попутал, что ли, говна кусок, нахер? Да ебись ты провались, что ж такое-то, нахуй, здесь? Молотов кола, во, вообще. То, что надо. Идиот, блядь. Чё происходит? А, то есть, а вот отпиздить этих людей кувалдой Ник Валентайн вообще не против.
Ник, да ты еблан. Ты, блядь, в конец ёбнутое животное. Чё ты... Сегодня мы отправимся в ад! И выбежать отсюда. Здорово, Брюс, чувак. Давно не виделись, братиш. Пойдем со мной. Так, куда Ника Валентайнова, блядь, услать, чтобы его нахуй глаза мы его не видели? Меня зовут Ишмаля Ахмед Мухаммед. Я приехать из Индии. Моя страна бедный, голодный, меня никто не уважает. Бля, я так счастлив, что я наконец-то избавился от этого ублюдка Синта, как он меня заебал, господи. Тут продано. Ёб твою мать! Ах ты пидораска, да ты была взведена, я думал, это лут стоит. Ку-ку, ёпта! Остановись мгновение, ты прекрасна. Блять, ебанат, сука, чё ж ты с разряженной винтовкой ты стоишь, ублюдок? Сучий потрох, хуль ты её не зарядил-то до этого? Блять, там не взрывная бочка стоит, что ли? Ёб твою мать. За что ж мне разработчик-то такой бестолковый достался? Помогите, люди добрые, я рот топтал. Хуль тут творится-то вообще, блять? На нахуй, да ебись ты конем, блять. Что ж такое-то? Кто ж хуйню такую выдумал, блять? Дуэль на ракетницах, еще ёбу дали. Сука, он что, не сдох, что ли? Вот это в мои планы не входило, ёб твою мать! Что это? У меня аж кровь из жопы уже льется у героя, как ему пердак бомбин. Ебать сосраться, ты-то хули тут делаешь? Да вы охуели, ребята, Я дохну, блядь, я дохну, ёбаный дьякон, делай что-нибудь. Мудейзер. Ах ты, сука. Блять, их не заебало это делать? Пидорасина, ну ты посмотри, какой ублюдок, а. Ну пожалуйста, ты когда-нибудь попадешь, нет? Высер. Сука. Я прям как увидел, так почуял, что... Вот он пароль, блядь. Фирменный юмор Фоллаута. Нас не мучили вопросы, почему на корабле ни единого матроса не скрывается во мгле. Дни веселые настали. Разработчик пошутил. Он на этом вот фрегате лута разложить забыл. О, нифига я куда залез. Ну давай. Пожалуйста. О, у меня есть идея. У меня есть феноменальная идея. Да что, нельзя на нее встать, что ли? О. О, блин, давай. Давай, да, я капитан этого корыта, да. Свистать всех наверх, канале тысяча чертей. То есть я настолько вот гениально сюда забрался, чтобы что, чтобы ничего? Да. Сука, как меня заебали эти выстрелы косые, ну ты ублюдок. Да ну нахер, слышишь, кованый, блядь. Ребята, вы хуеете, я вам честно говорю. Крики во время обработки раны. Наказание, ампутация конечности, изгнания. Янси. Отказ менять имя, отправка в Горн. Да куда ты? Пошел ты, олень камчатский. Самое время дать мне свой побочный... Элвис, иди нахуй, с тобой никто не разговаривает. Аллилуйя. Ох ты, блядь, что такое? Понеслась, ёпты, по яйцам дрожь. О-о-о! Ну и еблан, господи. Оптимус Прайм повержен, Оптимус Прайм повержен. Сука. Дьякон! Пиздец. Ну пиздец. Ну я же в силовой броне. Какого хуя она вообще ни от чего не защищает? Кусок дерьма. Интересно, у Братства Стали много еще винтокрылов осталось, они не спавнятся? Да ладно. Да пошел ты нахуй, блядь, честно, вот пидорас, я твою маму, блядь, делал, сука. Тварь, блядь, ебаная. Че делать, дьякон, ёпты, нас зажали. А че за... Мне кажется, это патовая ситуация, блядь. А, сука, ну я его хотя бы это отомстил, в этот раз он тоже помер. Ёптить, как это? Нет, сука!
Блядь. Получи, левая рука, получи, блядь. Хули ты жмешь не туда, куда надо, говна кусок. Отлично, бля, где сохранение, угадайте. Дьякон, ты чё, в конец ёбнулся, что ли? О, блядь. Беги, дьякон! Блядь, он только мутировал. Что за хуйня? Ебать, сосраться! Как дверь закрыть? На, ёпта, чудище сраное. Нахуй, базара нет, ответка засчитана. Ой-ой-ой. Ты чё, ёбу дал? Нет! Сука! Отъебись! Бля, буду, не буду тебя трогать. Ну давай, саморезный прицел, что ж ты, блядь, под... Нихрена ты и наподдал. Да ну нахуй, ну почему опять, блядь, кто-то с ракетницей засел? Да сука ты, блядь, такая, а? Да, хочешь создать игроку геморрой в этой игре, херач врага с ракетницей, я понял, я... И окей, я понятно, да. Режь его нахуй. Получи, человек-невидимка. Да ты, бля, вы вообще кончите сегодня. Рейдер-босс. Ёб твою мать! Это рейдер-петух, а не рейдер-босс. Потому что только вот петух конченый мог обосрать, блядь. Все после того, как я убил этих... Всех убил, и тогда он решил насрать на меня с неба своей гранатой. Да охуенно, блядь, еще и где чекпоинт? Перед загрузкой, блядь, перед минутной. Да, блядь, рви мою жопу, конечно, отлично. Блядь, как... О, бля, у меня крыша едет, сука, держаться, держаться, блядь. Давай, безумный Макс, ты идешь? Семеро одного не ждут, придурок. Приказываю тебе покончить с собой, болван. Подарочки, подарочки с Новым годом. С наступающим. Шоколадный Санта любит тебя. Иисус любит синтов. А, профессор, я, кажется, для тебя столько раз сбегал на задание, что тебе вдвойне. А, и этот тупорылый робот, конечно же. Техник Том, твои задания просто говнище. Ох, сейчас что-то будет, что-то будет. Эй, подземочка. Выкусите. Бежать, пидорес. Хедшот. Еще мина сдетонировала. Славненько. Агент подземки. Блять, век бы на ваши трупы смотрел. Эх, красота. Правда, придется сделать вид, что это был всего лишь сон. Я смотрю, этот Престон просто охуевает от таких построек. Глаза черного раба не привыкли видеть высокие технологии. Люк, я твой папка. Шон Коннери, приказываю открыть эту дверь. Но, если что, он сказал, что это я твой сын. Мы видим охуевшее плечо главного героя левое. Он в шоке, видно. Посмотрите на игру эмоций в его глазах. Он поражен. Он поражен, я вижу это по его фильтрам в противогазе ржавым, сука, в говном заляпанным. Слышь, сынок, а молоденькие лаборанточки есть? Дай-ка батя, блядь, покажет старую школу, довоенную. Он шпиндохорит кого-нибудь по старой памяти. Ну, если они таких синтов делают, я думаю, что у института не все потеряно. А с вами бы я, бля, пару формул разобрал, да. Пойду у сынка попрошу, чтобы мне пару синтов сделал таких посисястей, что ли. Помесистей, то есть я хотел сказать. Да, Мэдисон, так вот ты какой, Илюха. Ну что, уёбок, как оно? Да ебись ты, шах и мат, натуре. Вот, блядь, тварь. Сука. Сука, твою мать. Блядь. Да ёбаный в рот, что ж ты, блядь, не замедлился-то, петух? Обоссанный, блядь, а? Проклятые монголы, русать моя стена. Стоит китайца, нося стена, прибегают проклятые монголы. Чё? А, как я синта убил? Да захуярил его из винтовки, блядь, как его убил. Так, а теперь надо найти скамеечку. Вот, помягче. Скамья 07. Скамья 08, господи, они такие пидоры, что даже скамейку пронумеровали. Уи, салют!
Классно. Крайне жалкая попытка пошутить. Вот поэтому институт и умрет. Шутка была отлична. Многие меня спрашивают иногда, люблю ли я детей. Очень. Что? Ух ты нахер, ёб твою мать. Ах ты, ёб твою налево. Отлично. Это было, блядь, гениально. Охуеть. Ничего он пердолит вообще. Пусти меня, блядь, обратно в реактор ядерный. Выкуси, урод. Ча я выйду, ты ляжешь, блядь. Ой, блядь, вы-то откуда еще лезете все? Ёб твою мать. Вот сейчас вообще не понял, что случилось. Давай, господи, дай мне этот квест, дай мне этот квест, дай из них все дерьмо пойду выбью. Не сомневался, а зря, я просто жду сигнала отмашки от своих братанов из подземки, чтобы и вам всем по старым жопам надавать. Конечно, я робот, я охуенный двухметровый робот с пятью руками. И у меня еще вместо члена отбойник стоит. Если ты, сука, сейчас дверь не откроешь, я сначала вынесу косяк, а потом тебе черепушку вынесу. Они протестуют против того, чтобы я занял пост директора? Кажется, харизма мне не понадобится. Где мой дробовик? Блять, где мой дробовик? Сейчас я улажу. Знаешь, как я тараканов убивал, блин, в начале игры? Сейчас ваших профессоров также. Высылаем парламентера. Подождите, сейчас, блять, не то. Ты чё, говно ссаное? Ты, блядь, не знаешь, что тут директор? Я бы на вашем месте уже бежал. Телепортировался и бежал. Ты чё, шлюха, ты стреляешь в будущего директора, между прочим. Сделаем опознание невозможным. Каких нахуй похорон? Закопайте их на грядке. Пусть, сука, служат удобрением. О, вот она речь. На протяжении многих лет вы подозревали, что институт все еще продолжает работать, что мы среди вас. Это правда, но далеко не вся правда. Да, мы здесь, и мы вертели вас нахуй. А, надо выбрать. Ваши хозяева. Наши передовые технологии гарантируют процветание Содружества. Сегодня мы запускаем наш атомный реактор, благодаря которому сможем выжить даже тогда, когда вы все сдохнете. Мы обеспечим человечеству будущее. У нас нет никакого желания вмешиваться в незначительные вашего жалкого существования, черви. Но мы настаиваем, чтобы вы не мешали нашей работе. В противном случае это повлечет за собой ваше полное истребление. Спите спокойно, знайте, что будущее вне вашего контроля. И что под нашим руководством человечество придет к процветанию. Сосите хуй, спасибо. Ну как? Что-то работа не идет, потому что кто-то, блядь, пиздит мне под руку. Почему ты, блядь, не сдох с первого выстрела, а? Майлз. А? Ну что, так трудно было сдохнуть? Вот ты не мог просто, блядь, помереть. Пайпер-то взбесила, ты чё, шалава? Предупредить подземку? Пошла она нахуй. Подземка ваша, ёпты, сами пусть разбираются, петушня. Сейчас бойцы Братства Стали пойдут нагибать подземку, а мы нагнём Братство Стали. Да, можете сопротивляться, цыплята. Ну вот и все. Что ж, неплохое начало. Что будет, если накидать гранат между моей коллекцией силовой брони и подорвать все это нахер? Ха-ха-ха, ёптать. Пайпер аж с копыт упала, но, к сожалению, силовая броня осталась целой и невредимой. Восстание машин! Терминаторы восстали! А вы... О, смотри, смотри, крестьянин в броню залез. Смотрите, во вторую, ёптать. Броня-то на расхват, смотрите. Пайпер, они почему-то обстреливают Пайпер, который вообще не при делах. То есть какое-то говно, блядь. Залезла в мою силовую броню и херачит мою спутницу? Срамота-то какая, господи. Стыдоба. Так, кто легендарный? А, Паладин Данс прибыл, охуенно. Че, ну реально, блядь, сломать этот нахуй его. Дискотечный этот лазер, блядь. Или как там его зовут? Хуяк. Одна бестолковка, блядь, отвалилась. Мне кажется, к концу боя здесь трупы будут в 4 слоя лежать, не? 800 паладинов на квадратный метр и... Ёб твою мать, я успел отсюда. А, меня же телепортнули. О. Уи, бум, все. Это Шура, это все.
дирижабль упал или ядерная бомба? И взрыв такой 2D, блядь. Как на Сеге, сука, 16-битный. Это пиздец вообще. И все? Это конец? Потому что я знаю, что война никогда не меняется. Пошел ты нахуй, блядь. Это что за говно вообще? Это что, это финал такой, блядь, вы сделали? Я вот что, ради этого тут 50 серий сидел, записывал, что вот это, что вот эти, блядь, 4 слайда про... Да вы охуели, блядь, это что нахер такое? Бесезда, вас что, давно не хуесосили? Вы что, припухли? Это что вообще было-то, блядь, сейчас? То есть вот это, по их мнению, вот это вот финал. Ну это финал был сейчас. Заранее забиндили концовку для каждой фракции, я так понимаю. Для людей, сука, она одна. А для института она, блядь, другая. Для братства стали она, нахуй, четвертая. То есть вы, как бы, нету смысла проходить эту игру еще раз там, чтобы что-то поменять, да? Вы просто заходите на YouTube, набираете концовка «Братство стали», концовка «Подземка», концовка «Институт», все вот это, блядь, смотрите, да, и все. И глубоко насрать, как вы играли, какой... Тут, заметь, мне с самого начала игры, честно говоря, вот еще бросилось в глаза, что здесь нету кармы, да? Раньше всегда, по-моему, карма была, ну, в третьей части точно, я не помню, в Нью-Вегасе. И в Нью-Вегасе она тоже была, блядь. Я помню, что если ты за Легион Цезаря играешь, то у тебя карма херовая. Вот, и... То есть это тоже на что-то влияло. А здесь ее нету. То есть ты можешь вообще хоть что хочешь делать, все равно это ни на что не повлияет. То есть концовка игры, она запрограммирована, она забита. И это, блядь, это худшее. Вот можно, блин, долго разговаривать, долго говорить, в чем... недостатки этой игры, да, что локации Ctrl-V, Ctrl-C, что неинтересно, что еще что-то там. Ну, много вредных людей, там много чего кому-то могло не понравиться. Да, и все это правда. Это, я не говорю, что это не так. И локации однообразные, и миссий, блядь, интересных нету. То есть, это все минусы, базара нет. Но сделать такие концовки, то есть привязать концовку игры чисто к фракции, да, это, блядь, вообще худшее, что можно было сделать. Короче, я недоволен, и мне на самом деле даже немножко жаль, что топ худших игр я составил до того, как прошел Fallout 4. Если бы я знал, что концовка здесь настолько убогая, то какое-нибудь место, ну может быть пятое вместо Mortal Kombat, Fallout бы точно получил. Какая нахуй игра года? Вы чё, блядь, с какого игру года, как мы знаем, взял Ведьмак? Я тоже согласен, что игра года это Ведьмак. Фанаты Fallout 4 можете хоть обосраться, но Fallout 4... В смысле, фанаты Fallout, но Fallout 4 это реально какое-то говно, блядь. Если говорили, что Fallout 3 и Fallout New Vegas это издевательство над первой частью, да, первыми частями, то Fallout 4 это издевательство вообще, блядь, над всеми сериями. Даже третий с четвертым, с New Vegas был обосран, блядь. Потому что, ну, это полное говно. А нет, не все, ни хрена подобного. Предлагаю еще заценить, а что будет в конце, если выбрать подземку, то есть если предупредить Дездемону. Ну, грубо говоря, что развилка на два финала, да, между двумя фракциями Института и Подземки происходит в самом конце игры, то есть это разница в полчаса примерно. Шон, хочешь прикол? Я вижу, ты парализован. Ой, блядь. Черт. Досадно получилось. Шон, ты полетишь в космос. А я думал, ты парализован. Как ты смел обманывать батьку? Вау! Шон, да ты Супермен! Жители пустоши, поздравляю всех с Новым годом. Куда смотреть-то хоть? Ух, надо было очки одеть. Пердак бомбанул. О, пыли-то сколько, ёб твою мать. Ну что ж, еще один ядерный выброс от реактора радиоактивной. Какая хуй разница, одним больше, одним меньше. Но... Начало другое, дальше все то же самое пошло. Пиздец, вот разработчики, петухи, я ебу, даже концовки разные лень было сделать. игра года, блядь. Нет, ну если честно, то процентов 70 в этих концовках одинаковые, вот 70%, 30% меняются, в зависимости от того, за кого вы прошли, вот и все.
Да какое я пизжу? Процентов 10 в этой концовке изменилось. 10-15%. Остальное все то же самое. Шатал трубу беседы. Я надеюсь, что Дума не так не обосрут. Бездарные опёздалы. Лежать, сучка драная. Все, посидим, семок пожуем. Ну а потом, может быть, еще и дальше. I don't want to set the world on fire.